Не, после салажа, конечно. О, нормально. Че, сломал что-нибудь? Не? Нет. Блин! Ну крышка-то уже готова. Так. Ну вот, наш сколер. Крепление все как надо. А, я сломал. Сломал? Рычаг сломал. Ура! Я могу еще в одну сторону. Еще не доломали машину, ура! Вот зачем? В одну-то сторону может. Во, отлично. Осталось чуть-чуть, Женек. Еще немножко, и она умрет. Давай, 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 давай. Да сдохни. О, сдохла. Сдохла? Слава, я это... Точно? Уже не снимает, да? Да, давай, давай посмотрим хоть для истории, да, что сломалось. Что сломалось? Рычага нет. Так. Спойлер нахер. Спойлер нахер. Машина не реагирует на пульт. Так, не реагирует. Не живая. Ну-ка, подожди. Мертвая. Вообще. Антенна. Китайский кассис хороший. А, хороший кассис, дешево. Дешево, отчаянно. Да, руль. Что тут у нас с рулевой? Как все запущено. Ну регулятор-то еще работает. Регулятор работает. Кишки живые. Ну вот осталось только эти кишки поставить на нормальную машину. Сейчас поправим. А эта машина вот. Говно. Вот, вот. Вот посмотрите, люди. Машина говно, просто говно. Езда по прямой. Да. Чисто хейлевская машина. Хатца. Просто перевернулась машина и все. И она умерла. Я думаю, осталось ей только... Отключить ее и отнести домой. Да нет, не домой, в помойку, я так предполагаю. О, хорошо снимается. Да, вот она, хорошо снимается. Качество вообще просто отвратительное. Но дешево. Дешево, да. Дешево. Очень дешево. Ну все, домой. Кина не будет. И заездов тоже. Я сейчас ворую. Так, руль у нас работает. А машина не едет? Нет, а может быть батарейка села. Ну, у меня сюда села тоже. Ну-ка, сейчас мы ее включим-выключим опять. Да. 5 минут. Да. 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 Аж пиарит только рулит. Хель не едет. О. 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 Подожди, сейчас. Сейчас поедет Хель. Давай. О. О, она немножко едет. Так. Ага. Уже не едет. Ну вот мы и покатались сегодня. Буквально минут 10. Ну, качество Хеля. Женькина машина. Моя машина. Колесо отлетело от переворота. Крепления отлетели от переворота. Вот так вот. Вот такое у нас качество Хеля.